Всем привет из Канады, из провинции Онтарио, пригород Торонто. Я сегодня все-таки добралась до магазина Манго. Давно я собираюсь. У нас он не везде есть, не во всех шопинг-центрах. Поэтому мне вот довольно трудно до него добраться, но я все-таки добралась. И давайте посмотрим, что у них есть. Много, видите, еще свитеров я смотрю. То есть, видимо, большая распродажа еще. Много чего на сейле. Ну и, конечно же, посмотрим новую коллекцию. Наверное, в сейл мы не пойдем. Наверное, мы все-таки ограничимся. Наверное, мы все-таки будем смотреть новую коллекцию. Я думаю, что это интереснее. Хотя очень много распродаж. Вот видите, 40%, 50%. У них все как-то не так, как везде в других магазинах. Я там отражаюсь, наверное. Ну, вот почему-то у нас как-то в Манго совершенно другая политика цен, сейлов, распродаж. Потому что я так понимаю, что это франшиза, это называется франчайз по-английски. И поэтому у них совсем все не так, как в каждой стране. И в каждом вообще, наверное, даже магазине свои есть порядки и законы. Свитера, кстати, красивые. На самом деле, новой коллекции у нас не так уж и много. Вернее, я не знаю, что имеется в виду под новой коллекцией, но у нас очень много свитеров и зимних вещей. Поэтому я немножко в растерянности, что вам показывать. Но давайте вот то, что я буду показывать, то, что я точно знаю, что это не зимняя коллекция. Вот такие вот платья. Но это тоже, вот это сочетание оранжевое с черным очень спорное. Очень. Я это называю Хэллоуин. Кожаная юбка плиссированная за $100. Не знаю, мне кажется, это дорого. И вот такая вот юбка тоже хэллоуинского хэллоуинской расцветки. Вообще у них, посмотрите, вот висит оранжевая, они повесили вместе такую оранжевую блузу такую. И повесили с ней рядом вот эту вот юбку, имея в виду, что их нужно носить вместе. Но я бы не стала, потому что это очень напоминает, наводит на определенные, знаете, определенные ассоциации. Черно-белое платье. Вот такое вот. Похоже, кстати, я вам показывала, в H&M были. Это комбинезон, судя по всему, $120 он стоит. Да, комбинезон? Да. Я на самом деле очень редко что-то покупаю в Манго. Я не знаю, у нас Манго довольно дорогое, и качество оставляет желать лучшего. Плиссированная юбка. Вы знаете, плиссированная юбка, я очень к ним хорошо отношусь. Но не за $100, знаете ли, да? Потому что я считаю, что они никогда не выходят из моды. Плиссированная юбка, так же вот как, кстати, и косухи, никогда не выходят из моды. $120, естественно, это кожзам. Вон интересные какие-то, видите, такие есть пальто вязаное. Я очень люблю вот такие вот кардиганы, вязаное длинное пальто. $180 он стоит. У меня, кстати, есть несколько таких серого цвета, есть белого цвета, но этот красивый, видите, как красивая, какая красивая вязка. Наверное, синтетика. $180. Давайте я сейчас посмотрю состав, если найду, скажу вам. 10% шерсти, но да, ну в общем, симпатичный. Вот это вот очень красивая вещь. И это новая коллекция у них. Что же еще? Платьица какие-то коротенькие. Я не знаю, мне не нравится. Не очень нравится. Вот этот костюм мне очень понравился. Вот такая юбка из ткань букле с люрексом, с блеском немножко. $120 она стоит. Что, конечно, дороговато. Вот так вот она выглядит. Клёшная такая юбка. И вот такой вот жакетик. За $180. Красивый, симпатичный. Интересные такие пуговички. Такие, знаете,
не в стиле Шанель, как обычно они делают, а в таком немножко, я бы сказала, такой спортивный. Почему-то мне это напоминает футбольный мячик. Ну, неважно. Повесили вот такой вот, вот такой свитер они рядом, чтобы, видимо, носить вместе. Но он совсем какой-то такой дешевый-дешевый. Трикотаж. Нет, мне не нравится. Еще есть какие-то жакеты. За $100. Давайте посмотрим, чтобы нам $100 он стоит. Такой жакетик на пуговичках. Пуговицы сделаны из той же ткани, обтянутой тканью, и это хорошо, это красиво. Иногда, иногда не очень. Но в данном случае, мне кажется, неплохо. Иногда пуговицы украшают, такие контрастные, красивые пуговицы, а иногда все портят. Вот в данном случае, ну, в принципе, разница небольшая. Вот такой вот жакет, даже не знаю, не пиджак, не жакет, не кардиган, а такая, как будто бы такая рубашечка. Так, что у нас тут на манекенах? На манекенах у нас вот такое вот платье с бахромой, шикарное. Еще одно платье красивое, тоже длинное. Мне кажется, что оно такое больше немножко вечернее. И девушка в белом спортивном костюме. И здесь рядышком у нас висит красивое зеленое платьице, тоже с запахом, за $100. Вот такое вот платье. Почему у меня такое отношение к манго, я вам скажу. Потому что цены. То есть они как бы не... Вот, кстати, эти платья, которые на манекене. Они не сильно отличаются от Zara и H&M. То есть практически ничем. Но цены у них выше. Поэтому свитер $100. Зачем покупать дороже, когда можно купить дешевле, той же Заре, например, или в H&M. Качество точно такое же. Жакет тоже с бахромой. Видимо, это сейчас тема. $120 он стоит. Такая ткань жаккардовая. И тоже, обратите внимание, пуговица обтянута тем же, той же тканью, что и сам жакет. Так, что-то у нас здесь такое красивое висит. Цветное. Я надеюсь, что я музыку перекрикиваю. Если нет, то будет озвучка. Так, $100 стоит такая вот кофтюля. Ну, знаете, симпатичная кофточка, но для такой кофточки $100, я не знаю. Мне кажется, это много. Ну, опять же, если кому-то очень нравится, то... Ага, это платье за 150. Тоже такая ткань с люрексом. Красивое платье. Трикотажная. Вот такое вот платье. Так, там идет объявление в магазине. Я, наверное, помолчу. Ага, это вот эти вот платья. Вот это платье с бахромой, которое было на манекене. И оно стоит $180. Дорого. Ну, вот какое-то красное платье. Качество так себе. Есть такие же брюки. Вот можно купить комплектом к жакету за 99, за $100. Вот такие же брючки к жакету, который с бахромой. Окей, идемте дальше. Кстати, джинсовые жилеты. Джинса сейчас рулит. $70. Вот такой вот джинсовый жилет. Сзади он совершенно обычный. Без ничего. Ничего нету в нем. Вот такая вот сумочка меховая, пельменька. Смешная, прикольная. А сейчас, в принципе, уже весна, и они уже должны бы их выложить на распродажу, но они еще все по полной цене висят. Так, что у нас здесь? Платьица какие-то. Вы знаете, что очень много еще вещей не летних, не весенних. $60. Вот такое вот платье. Вот оно висит на манекене. Давайте мы посмотрим. И поймем, что оно из себя представляет. Вот такое платье.
Здесь такие же в зеленом цвете. Вот такие вот. И пошли свитера, кардиганы. Ну, вот это можно сказать, что это на весну. $50, дешевый относительно. Ну, такой обычный совершенно трикотаж, тонкий. Так себе не очень мне нравится. Это тоже что-то за $100. Какой-то такой типа жакет зеленый. Так, кто-то, как всегда, орет рядом со мной. Сумочки вечерние. Сумочки бархатные. Хорошенькие, симпатичные какие. Очень симпатичные. За $50 она стоит. Малюсенькая, совсем малюсенькая. Но у нас... Вы знаете, манго почти нету. Например, у нас совершенно нету украшений. Нету украшений. Совсем мало есть аксессуаров. Совсем немножко обуви и обуви и сумок. Фу, не могу вспомнить слово. Очень красивое платье, оно сейчас на сейле. Стоило 120, сейчас 90. Сейл небольшой, но платье красивое. Я даже не знаю, что мне примерять. Мне что-то ничего не нравится. Ну, не то, что не нравится, но ничего такого. Вот $60 вот такое платье без рукава. Жилет такой, платье, не платье. Не то, что мне ничего не нравится. Мне просто нету много вещей, которые вот именно... Весна, лето. Есть много вещей на распродаже зимних. Видите, свитера. Почем они сейчас? 89. Вот такой кардиган. Вон там что-то висит зеленое, красивое. В единичном экземпляре. $199 стоит вот это вот пальто. Очень красивое, тоже такое вязаное пальто. Такая вязка. Ну вот кто умеет хорошо вязать, сам может такое связать, потому что стоит оно дофига. Стоит оно 199, $200. И в нем нету никакой шерсти, нету никакого ничего, сплошной полиэстер. Но красивое, конечно, красивое. С карманами. Тут же зеленый еще кардиган. Тут же голубые свитера. Вот очень похожие вязки, только свитер. И вот такой вот толстенный свитер с горлом. И он тоже на сейле за $75. Джинсы тут всякие тоже. Свитера продолжаем. Красиво вот этот свитер. Я, кстати, у них какое-то время назад купила такого похожий цвет. Он был на распродаже долларов за 50 тоже. Но видите, вот этот стоит 59 без всякой распродажи. И цвет очень красивый, такой светло-лиловый, красивая вязка с люрексом немножко. И вот такой же есть в бежевом цвете. Симпатичный свитерок. Мне даже нравится. Там какие-то вот платья. Пойдемте посмотрим, они на сейле. Или они... Вот красивый свитер. Смотрите, как интересно он сделан. Почем они? 75. Тоже с люрексом. Так, я так понимаю, что это все распродажа. Я так понимаю, что это все распродажа. Да, $89 платье. Такой расцветки борщ. Ну, правда, похож. Красный кардиган, $150. Нету сейла на него. Так, это тоже какое-то короткое платье с блестками. Не с блестками, а с люрексом, с таким в ткани. Ну, в общем, да, тут еще какие-то, видимо, рождественские остатки каких-то платьев на распродаже за $75. Вот такое вот обычное платье в пайетках. Ой. Навожу порядочек, как всегда.
красивый свитер с такими вот этими ромбами, с люрексом. 67-50, ну не так уж это распродажа, не так уж и дорого, но я вам хочу сказать, что это не такой уж и большой сейл, но свитер красивый, мне нравится. Тут такой же в полоску похоже, черно-белое. И давайте посмотрим. Вот интересно, вот эта вот у них вешалка, это сейл или это новая коллекция? Сейчас мы разберемся. Да, это тоже сейл. Ну вот видите, у нас очень много сейлов и очень мало новой коллекции. Вот это жутко модный свитер был в прошлом сезоне. Сейчас он $60 стоит. Это вот этот стайл, знаете, преппи стайл, как будто бы для девочки-школьницы. Это прям был виск. Такой, как будто бы для католической школы одежды. У нас на самом деле есть католические школы в Канаде. Это я пока пытаюсь пристроить свитер, который мне понравился, чтобы вам его показать и рассказываю. У нас есть католические школы в Канаде, и у них действительно есть вот такая вот форма. Коротенькие юбки в клеточку, пиджачки такие двубортные с золотыми пуговицами. Почему я схватила этот свитер? Мне кажется, что он... Нет, я думала, что он кашемировый, а он стоит $60. Даже нечего смотреть состав. Понятно, что это не кашемир и, наверное, даже не шерсть. Но по ощущениям он такой... Очень неплохой на ощупь. Так, это все у нас распродажа. Зимнего, $52. Очень такой яркий, жизнеутверждающий свитерок. Вы знаете, у них неплохие свитера, симпатичные, но дорогие, даже для распродажи как-то дороговато. И вот тут я начала снимать обувь, и меня отвлекло что-то. И я... отвлеклась. $83 сейчас стоит, а стоили они, не знаю, 120. Небольшая скидка, вот такие вот розовые босоножки. Потом есть вот такие вот красненькие, по тоже не на сейле они, что ли, или просто нету на них. Да, они похожи не на сейле, и похоже, они стоят $100 на таком вот маленьком каблучке. Есть вот такие вот розовые. Тоже не знаю, если они на распродаже. Не знаю, вообще нет цены. По-моему, только одна пара. Ну, это все не кожаная обувь. И я не знаю, никогда не покупала обувь Манго. Так, мой размерчик 5-й. Замаячу балетки на распродаже за $60. Короче, никогда не покупала обувь Манго. Небольшой у нас тут выбор, не на что особенно смотреть, и дорого. Поэтому я лучше, если уже покупать не кожаные, непонятно что, я лучше куплю в Заре. Вот $70. Такие вот. И зимние ботинки, которые тоже, наверное, были везде. Сейчас они по $125. А стоили 108. Есть сиреневые, есть такого лимонного желтого цвета. Эти под Шанельку они сварганили, похоже. Тоже, видимо, сейчас на распродаже. Вот эти симпатичные мне нравятся, но совсем нет размеров. $140 стоили, 229, наверное, кожаные. Такие на платформе, черные, на толстом каблуке, наверное, удобные. Так, что еще здесь у нас? Вот такие за 100, за сотню. Кеды. Сандалики. Так интересно, вот они сейчас на распродаже, хотя они летние. Я такое ощущение, что они все держат с прошлого лета и перед летом, перед новым летним сезоном распродают. Потому что я смотрю, что вот эти все сандали летние. Кстати, вот эти неплохие, $42 они стоят, но судя по цене с 69, которые они стоили, они не кожаные, наверное. Никаких нету опознавательных знаков, или я не нашла. Не знаю, не поняла я, из чего они сделаны, но такие вот сандали как раз на лето сейчас, а у них они как раз...
на распродаже. Шлепочки такие за 50, 48, 99, 49. Так, ну что, друзья мои, я, наверное, поищу что-нибудь попримерять. И, наверное, сделаю второе видео. Не буду сейчас все вываливать в одно, потому что вы знаете, что YouTube очень рекомендует не делать очень длинных видео, потому что люди все равно не досматривают. И до конца длинные видео никто не смотрит до конца. Кстати, у вас получается плохая статистика. Понимаете? Вот в чем все дело. В статистике дело. Вот этот свитер я начала рассматривать. $47, $48. Симпатичный такой, с пайеточками. Цвет красивый. Так, ну что ж, друзья, я думаю, что я с вами попрощаюсь. И увидимся мы с вами в следующем видео, которое будет видео примерок. А на сегодня все. Такой вот небольшой коротенький обзор у нас из Мэнго, потому что, собственно, обзирать особенно нечего. Очень много распродажи и очень мало новой коллекции. Всех люблю, целую. Всем привет. Всем привет из Канады, из Торонто, из Онтарио. С вами была Дита. Всех люблю. Пока-пока, бай.